выхода чемпионки мира 98 года москвички Марии Бутырской. Какими восторженными овациями 99-го, простите, года, да, Андрей меня поправляет, да, 99-го года чемпионка мира. И еще одна воспитанница Елены Чайковской. Ну, это наша гордость, одна из самых женственных, пластичных, хореографичных, если можно так выразиться, фигуристок. Заняла здесь, к сожалению, только 4-е место. Настолько высок уровень был, я еще раз подчеркну, турнира у женщин, что Мария, идеально откатавшись в короткой программе, почти безошибочно в произвольной, не смогла подняться выше 4-го места. Тут, конечно, сказалось не совсем уверенное выступление в квалификации. Удивительное сочетание хрупкости, женственности и стойкости характера. Я бы даже сказал мужества, хотя это слово может быть не очень рядом можно ставить с именем Марии Бутырской. Долго очень она, какой-то период времени ничего не получала.